Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 945. События дня. Сирахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 18 июля 2018 года. Срочных дел таких не было. Володя там все с огородом занимается. Я стал договариваться на воскресенье экскурсию сделать в соседнее село к бывшему потеряевскому жителю Шерстобитову Геннадию Павловичу. У него хорошая пасека. Дети не видели даже пасеки. Не знает, как пчелы роятся. Ну, вот съездить надо было, договориться. Машины, кто нас повезет, во сколько. А в этот день батюшка уезжает на какое-то торжество. Где-то около Барнаула. Отец Дионисий. Там будет архиерей. Митрополит Сергий Иванников. Батюшке говорит, надо встретиться. Он всегда тут приезжает сюда, и надо ответный визит. Он пришел, он у него спрашивает, отдашь? Нет, мне Сергея Пупкова, чтобы он свозил меня и вернулся назад. Да забери. Ну, мне еще теперь собаки, ухаживать надо. До воскресенья-то еще есть время. Сегодня вот утром записываем за вчерашний день. Несколько записал. У меня там дети целыми днями купаются, попеременно ходят. Установили вчера крест, который был на башне, на самой высокой в лагере Сани. Вот, башня наклонялась. И, ну, навозной куча стоит. Высота там, может, 1,5 метра кучи этой проваливается. И крест установили у Володи на дому. Сергей помогал. Сестры обрабатывают ягоды. Там варят варенье. Надежда Васильевна что-то глаз там опять заболел. Кровью налился. Советую не ложиться никогда днем. Это. Ложиться, давление. Вот. Теперь там, где у нас музей, вместо лагеря, это там фундамент дома бывший. Между фундамент, это там место маленькая земля. Есть и посаженная Виктория ягоды. Тоже пришлось поехать, побрать. Сколько брал, смотрю. Грендохин Владимир Юрьевич привел команду свою. Ну, а вечером все на стол. И вот спрашивает вечером Галина, что день столетия отмечает смерти царя. Как вот это, почему я не отвечаю на их вопрос? Во-первых, я знаю его биографию. Насколько это возможно знать всю зарубежную, дореволюционную, советскую литературу, пролопатил неоднократно. Я отвечаю так, лучшего царя в нравственном отношении не было, может быть. А как царь, как правитель, худшего не было. Что ни Иван Грозный, к примеру, сказать, ни Петр Первый бы этого не допустили, там Николай Первый. Там тысяч, говорит, да сколько, то ли 2000 или 20 000, говорит, февралистов этих повесили бы, 200 лет слово революция не поминалось бы. Но он поступил по-христиански, не сделал это, тут все надвое. Получился ролик, он через неделю появится. Вот так, день печали, скорби, ну, все равно бы все умерли. А земля несется где-то во тьме, в космосе. И все наши эти делишки раньше, позже умер. А сколько? Говорю, что Григорий Ефимович Распутин говорил, не начинай мобилизацию, папа. Он не послушался. Как бы ни война, и революции не было. Россия буквально семимильными шагами развивалась. Это к 36-му году была бы первой державой мира. Все погубил царь, царишка несчастный. Надо война, везде совались, все хватали. Я это все объясняю. А так он мученик святой. Господь дал ощущение в страданиях. У меня непростой взгляд на него.
Много я беру из того, что говорят политики. Красное колесо Солженицына. И так выступают. Вот так. Предлагал себя даже в патриархе. Ну, какой патриарх из него? Курил. Курить бы не бросил. Вот прислала свои фотографии. Голубева Екатерина Геннадьевна. Я покажу сейчас. Это мы с батюшкой на крыльце стоим. Вот. Это надо мне теперь все здесь размонтировать, снять. Видишь, как мне неудобно это все. Ну, теперь сумею ли я. Это при входе в храм. Это она сама фотографировала. Это они шли перед храмом и сфотографировались. Сбоку от храма. Это она фотографировала. При входе в храм. Вот сама Екатерина. Идут на крещение. У нас фотографий на крещение много. Я показывал, но это не мешает показать. А тут на повороте, где наш огородчик, это уже непосредственно крещение. Сама сфотографировалась здесь. Как у места, где крещение было. Фотографы в воде. Вот крестит. Это Езова у нас теперь есть. Вот они тут дерево большое нашли, сестры. Тополь показывает, какой он большой, втроем они его. Это обед на холме устроен. Она все снимала на палатке. А то интересно, сверху полоса белая, то ли там прошел самолет или что, и она кто-то мне на голову, то ли из головы, то ли на голову. Видишь как. На бугре. Ну, вот так вот и все. Все фотографии ее. Вот она еще не только это. Она еще и видео. Но из видео мало еще пришлось взять. Мало. Сейчас она вот тут я здесь заклинила опять. Вот у нее что? Крещение. Смотреть начали. Молится дома. Так, сегодня у нас воскресенье. Число какое? 15 число. Вот с сестрами мы собрались у меня дома. У нас вот сестра Татьяна первая. Слева от меня, да, вот кланяться, чтобы было понятно. Сестра во Христе Галина. Баба Люба наша. Баба Люба. Знак головой сделай, чтобы мы знали, что это ты. Дальше у нас Нина Николаевна, Елизавета, сестра во Христе. Вот мы сегодня собрались как раз поговорить немножко о том, как мы съездили в поездку в дальнюю, где было крещение 8 июля.
Вот мне Николан возил свою внучку. Мы сейчас посмотрим записи ролики. Игнат Тихонович там выставил в интернет. Еще хочу сказать, что привезли мы книги. Вот Новый Завет, трехтомник. И сейчас мы вот их вручим Галине. Татьяна, маленько поменяется со мной. Вот сюда подходишь. Вот так вот, да? Ну так просто на нас наводишь. Вот, вот такой вот трехтомник. Вот у нас это Галина закупила такой трехтомник. Мы думаем, во славу Божию, чтобы она... Очень рада. Может, я так вот такое... поблагодарить? Я мне очень благодарна вам за то, что и Катя меня познакомила с вами заочно. И мне очень приятно ваше мнение, то, что вот вы говорите. И ну, все, что вот вы говорите, мне очень по душе. Спасибо, Господи. Спаси Христос. Сейчас вот мы немножко как раз наберем и включим запись о крещении. Да, то есть мы справа сегодня у нас после недели, да? Подготовиться к местным постным священникам. Потом пойдем вот туда на озеро. На озеро. И там дальше палатка у нас стоит. Вот мы видим. И сейчас ждем выхода из храма. Стараться на сяду. Второй. Вот это. И жильдеши, и вся исполняясь, сокровище благих, и жизни подателю, приявившиеся вны, и очистили от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, помилуй,
Садитесь, сестры, мы сейчас это самое потрапезничаем, потом пойдем ролики посмотрим о крещении, там Игнатий Тихонович нам скинул, мы посмотрим. Давайте пока прервемся. Потом... Садись, сказала я. Да, садитесь, садись. Вот видите, как. То, что можно было, здесь показали. И на этом сегодня все у нас.